Мы рады вас приветствовать сегодня на конференции в честь 80-летия академика Вячеслава Всеволодовича Иванова. Конференция началась вчера в МГУ, где Вячеслав Всеволодович является директором Института мировой культуры. Она продолжается сегодня у нас в РГГУ, где Вячеслав Всеволодович директор Института русской антропологической школы. И для открытия конференции в РГГУ, этой части конференции, слово предоставляется ректору нашего университета, член-корреспонденту Российской академии наук, профессору Ефиму Осиповичу Иванову. Большое спасибо. Дорогой Вячеслав Всеволодович, уважаемые участники конференции, представители Московского университета, университета других стран, в том числе и, так сказать, американские коллеги, которые здесь присутствуют, дорогие сотрудники, преподаватели Российского государственного гуманитарного университета, здесь собрались, я вижу, представители фактически многих ключевых наших структур, так или иначе связанных с деятельностью Российского института, Российской антропологической школы, но даже не связанных, а просто уважающих это событие и это значимое, так сказать, мероприятие, которое мы открываем. Я хочу сказать сразу, что мы сегодня говорим о научной составляющей, так сказать, деятельности юбиляра. Его деятельность настолько многогранна, что это трехдневная научная, я подчеркиваю, трехдневная конференция, конечно, все эти стороны не осветит, но мы будем говорить, я думаю, приветствовать его и в других ипостасях, и строго, собственно говоря, в творческие, филологические, конечно, в целом, я надеюсь, мы еще будем чествовать его. Но я хотел несколько слов сказать о месте научной составляющей деятельности нашего университета. Не очень это может многим нравиться, и мне особенно тоже не очень нравится, но дело в том, что сейчас, в общем, идет конкурс на получение статуса Национального исследовательского университета. Среди десятков вузов, которые в этом конкурсе участвуют, формально только три гуманитарных вуза. Но конкурс гуманитарный только РГГУ, чисто понятие, мое представление, гуманитарный. Однако в какой-то степени можно назвать таким же и еще два вуза, это МГИМО, который занимается журнальной проблематикой, и Высшая школа экономики. Больше гуманитарных, так сказать, формально вузов нет. Но хочу напомнить, что и в моем прежнем статусе, когда я был проректором по научной работе, и когда я не по собственной воле отсутствовал в РГГУ, теперь мы всегда считали себя университетом исследовательского типа. Мы считали, считаем и будем считать. Потому что для нас, собственно, гуманитарные знания без научной составляющей гуманитарной науки вообще не существует. И, строго говоря, у нас официально, одновременно, аккуратно, насколько позволяют эти формальные стороны, существуют реально научные институты. Один из них, это МИР, который сегодня проводит конференцию, здесь представители ИКИ, я вижу, есть, конечно, представители института восточных культур, и есть у нас целый ряд таких небольших структур, которые не являются институтами формально, но на самом деле несут ту же самую функцию. Ну и кроме того, если даже говорить чисто формально, есть 500 сотрудников, которые у нас штатные совместители, более 200 это сотрудники Академии наук, Российской Академии наук. Это случилось не потому, что мы так специально занимались статистикой. Это реально. Я думаю, что такого количества ни в одном вузе Москвы, конечно, нет. Но для меня очень важно, что вот эта вот линия, которая была заложена и провозглашена еще в конце 80-х годов, строго говоря, это было заложено еще в 86-м году, вот, она не только сохранилась, она не только развивается, она, так сказать, приумножается. И вот наша встреча здесь еще одна свидетельство того, что это так, поскольку мы проводим совместно с Московским университетом, с его научной структурой, которую я очень уважаю. Я сам выпускник МГУ и, в общем, много лет проработал в МГУ, но не все структуры МГУ я так уважаю, как вот эту, которую вы представляете. Вот, хочу сказать, есть там разные структуры, но тем не менее это как раз структура, которая ничего кроме, кажется, гордости, насколько он все это приносит,
И вот вместе с этой структурой мы проводим эту конференцию. Это тоже символично, это тоже раньше не было. Это тоже значимо и знаково. Потому что, как вы помните, долгие годы было бессмысленное и бесполезное противостояние чисто на таком уровне, не научном и даже не политическом, но каком-то личностном, которое ничего не давало ни тому, ни другому вузу и ничего не дает вообще никому. И поэтому я это тоже очень приветствую. Немножко, несколько слов буквально, я сегодня об этом еще буду говорить, завтра буду говорить, собственно, том поводе, по которому проводим конференция. Вячеслав Всеволодович, бесспорно, я бы сказал, гордость нашего университета. Мы очень рады, что он с нами, мы очень рады, что он создает, здесь реализует свои программы. Мы рады тому, что это проходит в ВУЗе. Понимаете, что это, не просто научная деятельность, но это и работа с учениками. А университет, гуманитарий тем более, это прежде всего ученики и учителя. И, конечно, потом обратно ученики, учителя, ученики. И, конечно, это для нас очень символичный знак. Мы очень рады этому. И я считаю, что мы будем делать все от нас зависящее, чтобы это его пребывание в нашей стене было комфортным для него и эффективным для гуманитарного знания. К тому же антропологическое направление – это одно из тех направлений, которое, как в моем представлении, является не только междисциплинарным, а одним из тех элементов, которые и формируют систему гуманитарного знания. А мы хотим как раз показать, что РГГУ, как представляю, единственный комплексный, университет гуманитарного знания в нашей стране, как раз может дать какие-то, прорывные, результат именно на стыке, на уровне междисциплинарности гуманитарного знания, внутри гуманитарного знания. Вот антропология, как мне кажется, одна из тех, направлений, одна из тех, которые это позволяют сделать. Конечно, слово это стало очень модным, значит, сейчас, нет, в общем, гуманитарного направления, где не было бы использовать слово. Вот не всегда это место, но где не так. Но здесь как раз, как мне кажется, это слово и этот термин как раз подчеркивает то, что и хотелось бы увидеть в антропологическом исследовании. И я считаю, что у нас есть все возможности и все условия, чтобы это доказать. Тем самым мы покажем, независимо, кто победит в этом конкурсе, что мы действительно являемся университетом исследовательского типа, чего я хотел бы всегда ожидать от нас, и на что я рассчитываю, поскольку без этого, собственно говоря, университет как университет теряет свою сущностную основу. Еще раз хочу приветствовать участников конференции, замолкаю, потому что я могу говорить долго, но тем не менее понимаю, что это все-таки начало конференции, а не честно. Прошу прощения. Спасибо большое. Спасибо. Вячеслав Всеволодович Иванов. Его лекция «Городской символ и образ поэзии и этической культуры». Спасибо большое, спасибо, и благодарю всех участвующих. Я хочу говорить одновременно на одну тему довольно специально, с которой начну, но и на некоторые более широкие темы антропологические, связанные с культурной антропологией в широком смысле. Говоря о предыстории того, о чем я буду говорить. Вы знаете, что я был в течение довольно долгого времени близок с Борисом Леонидовичем Пастернаком, и с него хочу начать. Подробно сейчас мои записи о встречах и разговорах с ним начали печатать в журнале «Звезда», и уже появилось в августе и в сентябре, и будет до конца года еще печататься. С перерывом и я хотел бы остановиться на одной давно меня занимавшей проблеме, которая касается раннего периода творчества Пастернака, того, что он сам позднее в своих поздних статьях обозначил как мистический урбанизм, то есть мистическое понимание города. И я хочу кое-что сказать на эту тему, а дальше сказать о той генеалогии, начиная с русских и европейских символистов, о которых говорил Пастернак, но и о гораздо более ранних эпохах,
То есть я пытаюсь этот урбанизм, увлечение городом, вставить в некоторые гораздо более широкие историко-культурные контекст. Вот это содержание того, что я надеюсь хотя бы отчасти успеть рассказать. Я начинаю с одного раннего стихотворения Пастернака из его сборника «Поверх барьеров». Это 1915 год. Это первое стихотворение из цикла «Метель». К сожалению, не очень ясно видно фонд, но я сейчас вам его просто прочту. В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь в рыжие да вьюги ступала нога, в бесноватой округе, где и то, как убитые, спят снега. Постой, посаде, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы, одни одна, лишь в рыжие да вьюги ступала нога до окна, дотлеснулся обрывок шальной шлии. Низги не видать, а ведь этот посад может быть в городе, в Замоскворечье, в Замонте и прочее. Полночь забредший гость от меня отшатнулся назад. Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, одни души губы, твой вестник, осиновый лист, он безгубый, безгласный, как призрак, белее полотна. Метался, стучался во все ворота, кругом озирался, смерчом с мостовой. Не тот это город, и полночь не та, и ты заблудился, и я без тобой. Но ты мне шепнул без того, неспроста, посадя, куда ни один звоном, я тоже такой, я сбился с дороги, не тот этот город, и полночь не та. Ну, достаточно много здесь повторяется город прямо и город, названный посадом, часть города, старое русское название. Вообще, некоторый архаизм языка в этом раннем стихотворении связан с тем, что это футуристический период, когда Пастернак в течение года примерно испытывал довольно большое влияние Хлебникова. Первые его стихи о Москве написаны под сильным влиянием Хлебникова, об этом один из наших гостей, Томас Свенслоу, писал в своих работах о Пастернаке. И я думаю, что здесь существенно то, что вы видите эту идею не того города, потустороннего города, бесноватого, связанного с ворожьей, с душегубами, вестовой оказывается без голоса, без губы, и он шепчет, тем не менее, поэту, но шепчет про то, что и сам поэт тоже какой-то не такой. Пастернак сам описывает генеалогию этого отношения к городу. Он говорит, что это тот мистический урбанизм, который начинался для него в его юности с Глоха. Рильке, вы знаете, был главный поэт, который его сформировал. Я думаю, что это в основном Рильке времени Бухтерлидер, Бухтербильдер и Штунденбург. То есть времени, когда Рильке был очень увлечен одновременно русским православием и картинами современного города. Он в это время был секретарем Родена. И очень интересные письма Рильке и его проза, важная с этой точки зрения, записки Мальдельова из Бриги, они описывают картину Парижа того времени, как такого города, в котором все черты тогдашние, впечатлявшие и ужасавшие городскую культуру. Ну, я из таких поразительных произведений литературы, которые много значили и для русской литературы, времени символизма, упомянул бы еще «Инферно» Стейнберга, роман, который оказал большое влияние
по-французски, но он существует в русских переводах, и когда-то оказал огромное влияние на молодых русских символистов. Прежде всего, картины города как ада, это город был Париж, и я думаю, что это одна из двух таких вот основных ипостасей города в европейской культурной истории. Я нашел самое раннее формулировочное воплощение этого стихотворения великого испанского поэта эпохи барокко Гондора, который в свое время оказал влияние на Лорку. Вы знаете, что цикл Лорки «Поэт в Нью-Йорке» много значил для последующих этапов развития поэзии, в частности, Бродского. Вы найдете прямые ссылки на этот цикл Лорки. Но Лорка восходил, он сам об этом писал, восходил Гондоре. У Гондора есть сонет «Мадрид» в 1610 году. И этот сонет кончается так. «Esto es Madrid, mejor dijera infierno». Таков Мадрид, и, скажем, лучше ад. Значит, картина города как ада начинает, причем, вы знаете, это довольно точно совпадает с тем, как сейчас в самые последние годы пытаются по-новому осмыслить, как бы сказать, передачу эстафеты всемирной истории. Тот период, это период, когда эстафета в руках Испании, она довольно быстро переходит в другие руки. Но картина города как средоточие всего главного начинается очень рано. Я не хочу вас мучить той древностью, которой я много занимаюсь, но вы знаете, великий английский археолог Чайлд назвал неолитическую революцию городской революцией, вероятно, это правильное название. Вы знаете, что по прогнозам большая часть человечества в следующих поколениях будет жить в городе. То есть постепенно вся Земля превращается в один гигантский город. То есть то, что я вам рассказываю, это предыстория того, что мы сейчас бурно переживаем, но мы там жалуемся, опять вот Москва расширяется. Это естественно. Да? Сейчас города будут расширяться, это то, что будет происходить. Естественно, что это как-то сказывается в культуре. И я хочу кое-что сказать на эту тему. И сейчас после этого очень краткого исторического экскурса, может быть, в конце у меня еще будет время что-то добавить к этому, но сейчас я вернусь опять в Россию к предшественникам Пастернака и хочу вернуться прежде всего к великому русскому поэту, с которым, конечно, прежде всего у Пастернака связана эта линия. Это Блок, пожалуйста. Я прочту одно стихотворение Блока, отчасти я выбрал его вот почему. Мне кажется, что для того, чтобы понять вообще историю русской поэзии, в частности, историю Серебряного века и продолжение Серебряного века у Пастернака, я думаю, очень важно обратиться к одному тексту Анинского из книги «Отражение». Это о современном лиризме, статья в свое время напечатанная в журнале «Аполлон». И там, говоря о характерных произведениях того времени, Анинский приводит вот какое стихотворение. Там на скале веселый царь взмахнул зловонное кадило, и ризы, городская гарь, фонарь манящий обличил. Бегите все на зов, на лов, на перекрестке улиц лунных. Весь город полон голосов, мужских крикливых женских струнных. Он будет город свой беречь, и залев перед Деницей в руке простертый вспыхнет меч над затихающей столицей. Ну, это стихотворение, как видите, впервые напечатано в 1907 году, но в нем очень много от того, что потом сконцентрировано главным образом во втором томе Блока, если принять его собственную хронологию вот из трех томов, но и в третьем томе тоже. Период второго тома Блок писал как-то в письме, что
огромное влияние на произвел Брюсов. Я с интересом отмечаю это здесь. Вы знаете, Брюсов такая сложная фигура к нему, в особенности в теперешнее время, из-за последнего периода его жизни, когда он, в отличие от многих, полностью принял все, что тогда случилось в России. Ему такое сдержанное отношение, но как раз здесь у нас в институте много занимаются Брюсовым. Вот наш профессор Генкин много сделал для издания, переиздания, исследования Брюсова, и много интересного для этого сделано. Брюсов был, конечно, проводником определенной линии урбанистического мистицизма в русской символистической поэзии, главным образом связанной с Верхарном. Я напомню, что Пастернак сам называет три имени – Блок, Верхарн и Рильке. У Пастернака есть некоторые стихи прямо как бы по Верхарну написано, в частности, стихотворение «Город», которое вошло потом во второе издание «Поверх барьера» 29-го года, но написано оно раньше, в конце 10-х годов. Ну, вот эта верхарновская линия через Брюсова продолжалась в Блоке. Блок в одном письме пишет, вы знаете, я под таким влиянием Брюсова, что я бы свою фамилию сейчас писал «Бурра», многоточие. То есть начало как бы Брюсов, а не Блок. Это сейчас даже трудно понять, потому что для нас Блок, конечно, гораздо больше поэт, чем Брюсов, но понятно именно из-за этой темы. Это городская тема, то, что так побеждало тогда всех, кто читал Брюсова. Вы понимаете, что стихотворение, из конца которого я привел этот отрывок, это продолжение того, что наш коллега Владимир Николаевич Топоров, тоже один из участников работы здесь в Институте высших гуманитарных исследований, разделил, Владимир Николаевич называл петербургским текстом. То есть петербургский текст – это текст, в основе которого лежит понимание Петербурга как символа, города-символа, с некоторыми атрибутами, которые, в частности, здесь именно у Блока есть, в этом стихотворении и в других, и которые продолжил Анинский в его стихах о Петербурге, ну и многие другие. Начало Петербурга как не того города, знаете, вот как в этом стихотворении Пастернака, то есть города какого-то полумистического, странного, таинственного. Начало этого я вижу в устном рассказе Пушкина. Я о нем много писал, но сейчас очень коротко вам перескажу то, что я понял из многолетних занятий этим рассказом. Это рассказ, который называется «Уединенный домик на Васильевском». Рассказ в советское время не включался в полное собрание сочинений, его так протаскивали в собрание сочинений Пушкина в приложениях, да? Но сейчас его печатают. Значит, Пушкин рассказал несколько раз этот рассказ. Он любил занимать светских дам. И первый раз вот это сделал еще во время ссылки. Но потом он повторил этот рассказ уже в Петербурге, в сообществе нескольких своих новых друзей. К числу его друзей относились люди, входившие в московский кружок «Любому утру». Вы знаете, что тогда произошло? Декабрьское восстание было подавлено, а Дойцкий, руководитель кружка «Любому утру», собрал их. Знаете, в России это было не только в 1937 году. Он им сказал, что поскольку запрещены все тайные кружки, извольте больше ко мне не ходить, по возможности получите государственную службу, и лучше всего поезжайте из Москвы в Петербург, а все бумаги, связанные с нашим обществом, сожгите. Все это сделали. И один из самых расторопных был некто Титов, совсем молодой человек, который занимался немецкой эстетической философией. Он отправился в Петербург, поступил на службу и был таким очень добросовестным царским чиновником, забыл о своем декабристском и любомудрском происхождении. Но когда он был очень старый человек, уже ближе к концу 19 века, он настолько пережил Пушкина, он написал письмо, где писал, вы знаете, вот есть произведение, которое я напечатал
который развлекал нас рассказом, а у меня хорошая память, и Пушкин даже поздние свои вещи пишет, что у Титова была феноменальная память. Он запомнил устный рассказ и показал Пушкину это. Пушкин его благословил на печатное под псевдонимом. Ахматова и некоторые другие, согласившиеся с ним, в многочисленных разысканиях последнего времени, пришли к выводу, что рассказ связан с хождением Пушкина по местам, где он искал могилу казненного декабриста. И поскольку в этот рассказ включен как бы реквием по казненному декабристу, Пушкин сам никогда его не записал, согласился на его публикацию под псевдонимом и оставил нам разгадывать все эти загадки. Ну вот сейчас они вроде разгаданы, все более или менее с этим согласны, но все-таки, мне кажется, недостаточно оценено то, что это действительно мистический рассказ, где Петербург довольно страшный город, настолько город-ад, что в нем действует черт. Черт там появляется в виде извозчика, и этого черта-извозчика Пушкин много раз изображал как возницу на тех самых рисунках, где пять повешенных, то есть пять повешенных декабристов. Так что тут графика Пушкина соединяется с тем, что мы знаем об этой мистической прозе. Вот такое интересное начало понимания Петербурга как мистического города. А теперь я хотел бы немного сказать о продолжении темы Петербурга уже не просто как петербургского текста, в смысле Топорова, об этом сейчас достаточно много уже написано, и продолжение работ Топорова. Но я хотел бы сказать о том, что в этом плане мне кажется очень важным и интересным в 20 веке. Это проблема кризиса Петербурга, гибели Петербурга, которое представлено, на мой взгляд, во всяком случае, в двух вариантах. Один вариант – это концепция того, что мы сейчас называем бахтинским кружком. Люди вокруг Бахтина, в частности, очень талантливый поэт и прозаик Константин Вадимов, в 20-е годы пришли к выводу, что Петербург был таким поразительным городом, который напоминает Афины, в смысле средоточия их колоссальных интеллектуальных сил, и вот все это погибает. Погибает в 20-е годы. И эта тема, в частности, «Козлиная песня» Вадимова. Знаете, «Козлиная песня» — это роман, заглавие которого, по-видимому, народная этимология греческого — трагедия. Трагедия, народная этимология, видимо, не совсем верна. Сейчас думаю, что это слово на самом деле греческий. Попало из одного из древневосточных языков, но переосмысленно было как песня козла, поскольку козел был одним из участников такого централизованного полуцепового представления, с которого, возможно, родилась трагедия. Трагедия – это трагедия петербургской интеллигенции. Наиболее сильное ее выражение в стихах, я думаю, находится у Мандельштама в его нескольких потрясающих стихах о гибели города Петрополя. Петрополь, город Петрополь умирает. Не буду их цитировать, потому что все довольно хорошо знают эти стихи. Значит, я прихожу к двум уже архетипическим темам и опять позволяю себе под конец немножко уйти в древность. Значит, я уже упомянул об архетипической теме города ада, которая начинается очень рано. И вторая архетипическая тема – это разрушение и гибель города. Ну, вы все знаете, конечно, тот сюжет, который отражен в иудео-христианской символике гибели Вавилона, как блудница, разрушение Вавилона и так далее. Сейчас найдено потрясающее древневосточные тексты, которые посвящены гибели самого большого культурного центра, огромного города Древнего Востока, видимо, самого значительного по своему влиянию в третьем тысячелетии до Рождества Христова, то есть это 4500 лет назад, это город Эбла, в нем, по-видимому, было около 250 тысяч жителей, как минимум, может быть и больше. Но сохранилось
сохранился архив в 30 тысяч глиняных таблиц, где написано, которые найдены итальянской археологической экспедиции в Сирии, начиная с 1985 года. Это новое открытие. И, может быть, самое интересное открытие сделано было в Турции, сравнительно недавно. Но мне так посчастливилось, что я вскоре, после того, как было сделано это открытие, был на развалинах хетской столицы Подольской, 100 миль от Анкары, глава экспедиции немецкой Неве, который нашел вот тот текст, о котором я скажу, дал мне просто почитать. Я держал в руках глиняную табличку, на которой очень хорошим клинописным почерком написан рассказ о том, почему погиб город Эбла. Значит, самый большой город Древнего Востока погиб по воле богов. Он действительно погиб. Но как это объясняется? Текст двуязычный, он написан на хурийском языке, который сейчас понемножку дешифрует. Один из археологов, который раскопал древнюю столицу хуритов Уркеш, это совсем недавно на моих глазах произошло, с помощью аэрофотосъемки из самолета увидел, что есть холм, который, видимо, скрывает древний город. И уезжая на раскопки, он пригласил меня на завтрак и сказал: понимаете, я там найду тексты, а кто будет читать эти тексты? Вы не можете пока подготовить студентов, чтобы они читали по-хурийски. Я их подготовил, но тексты тогда он нашел в печати, где сравнительно простые слова, но тем не менее интересные слова, там титулы царя и так далее. А потом вот в Эгостое нашелся этот текст, который я держал в руках, сейчас он напечатан, он на двух языках, на этом хурийском, с переводом на хетский язык, который мы с моими коллегами довольно легко читаем, так что мы довольно хорошо знаем содержание этого. Там рассказано вот что. У города Эблы был совет. Вы знаете, большинство древних обществ было демократическим. Но, во всяком случае, демократия была, я думаю, выше уровнем, чем то, что мы знаем в современности. Они реально решали, группа людей решала действительно то. Ну, знаете, это как потом было в Венеции, в больших итальянских городах республиках. То есть вот это советы, которые действительно всем верны. И вот что рассказывается, это поэма, мифологическая поэма. В этой поэме рассказывается, что собрался совет города Эбла и решал, что делать. А боги предлагали совершить обычный обряд. Представьте себе, насколько все-таки неверны те традиционные исторические представления, я прошу прощения у коллег-историков, которые нам внушались на протяжении многих десятилетий. Что нам говорили о Древнем Востоке? Рабовладельческий строй, да? Чем характерен рабовладельческий строй в религии, в мифологии? Оказывается тем, что существует обряд отпущения раба на волю. Обязательный обряд, который описан, между прочим, и в Ветхом Завете. И этот обряд должен быть регулярным. Совет города Эбла обсуждал этот вопрос. Нужно ли повторно традиционный обряд повторить? И очень влиятельный член совета выступил против. Они решение не исполняют. Им сказали, что боги могут быть недовольны, потому что рабов надо отпускать. Вообще это неправильно, человек делает рабов. Значит, демократия доходила до того, что совет города мог приказать раба освободить, да еще по повелению. То есть Бичерстову даже не снилась такая демократия, да? Я уж не говорю о России, насколько мы идем вперед в истории, мне как-то загадочно, да, когда я все это читаю. Но так или иначе, не захотели они совершить этого обряда, и боги город Эбла разрушили. Так кончился. Вот это ранний вариант уничтожения Вавилона. То есть город погибает из-за греха, но здесь очень интересно характер греха. Да? Характер греха – это оскорбление свободы человеческой личности. Там очень интересная мифологическая часть. Одновременно надо помнить, что город – это ад в древней мифологии. В этом рассказе одновременно попадает в ад Бог Мишу.
старая мифологема, она во многих мифах разных народов у нас в России замечательная духовная стихия, рождение Богородицы на тот свет. Ну, это то, что в самых разных вариантах, ну, то, что вы хорошо знаете в разных поэтических произведениях Орфея Эвридика Гермес, стихи Рильке, того же, который Бродский считал лучшими стихами 20 века. Это тема, постоянно повторяющаяся. Но что замечательно в этом древнем тексте? Там есть рассуждение. Бог грозы, попал в ад, его надо освободить. На это нужны какие-то деньги, надо собирать средства, чтобы его выбрать. Но рассуждение такое. Если человек попадает в рабство, его ведь надо освободить из рабства. Если Бог попадает в ад, то надо его освободить из ада. Значит, раб эквивалентен тому Богу, который попадает в ад. Это я все говорю к тому, насколько все-таки мы должны пересмотреть историю древнего мира, она неправильно нам излагалась, и, ну, я не хочу так уж сразу говорить, что самая идея исторического прогресса под вопросом, но все-таки все гораздо сложнее. Если говорить в конце, все-таки, ну что же, я буду вам только мрачные вещи говорить в духе нашей массовой печати и телевидения, чем-то надо от них отличиться. В конце я хочу сказать и что-то о городе не адское, не ужасное. Второй важный архетип, полярный по отношению к городу ада, это город рай. И о нем тоже много текстов. Он, в частности, описан в конце апокалипсиса. Апокалипсис часто излагают как то, что трагичное, излагают катастрофу, которая доведет в апокалипсисе, но в апокалипсисе есть и хороший конец. Это хороший конец, создание небесного града. Там очень интересно это подробно, что это город, в котором не будет ночи, в котором будет постоянный свет. Значит, что это то, что поражало людей, когда современные города возникли с постоянным освещением. В каком-то смысле апокалиптические предвидения, то, что Блок называл в электрическом сне наяву. Вот этот электрический сон наяву, в каком-то смысле действительно реализация такой внешней части этого небесного Иерусалима. В литературе нового времени я нашел интересное раннее упоминание этого символа, который проходит, конечно, через всю христианскую культуру, но раннее упоминание я нашел у Уильяма Блейка, великого английского предромантика, который в одном своем стихотворении писал: «I will not cease from mental fire, nor shall the sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land». И что он хочет в приятной зеленой стране Англии построить небесный Иерусалим и будет за это бороться. И представьте, что русский пересказ этого мы находим в одном из предсмертных стихотворений Гумилева, на статье, с которого я кончу. «Сердце будет пламенем палимо, вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны». Пожелаем все этому. Большое спасибо, Вячеслав Васильевич. У нас есть, ну, 5 минут для того, чтобы задали вопросы. Вы знаете, можно думать, что это, вероятно, было массовое действие, но символизировалось выбором одного, который вот торжественно всем городом освобождался. Но, по-видимому, все-таки система освобождения рабов была очень широкой, потому что она легализована, она в законах фигурирует, там довольно много говорится о том, какие возникают юридические проблемы в связи с этим.
мать всем нам. Вот как вы считаете, это вписывается в оппозицию Алтай, города Алтай? Нет, ну, вы знаете, Иерусалим ведь имеет двойное значение. Иерусалим, о котором я говорил, вот стихи, которые я приводил, это город, который является проекцией реального Иерусалима. Значит, реальный Иерусалим проецируется на его мифологические ритуальные учреждения. Но ведь мы все под Москвой имеем Новый Иерусалим, который архитектурное воплощение этой замечательной идеи. Я думаю, очень интересно, что сейчас этим снова много начали заниматься. Меня когда-то в детстве мои родители повезли меня в Новый Иерусалим. И на меня это произвело тогда сильнейшее впечатление. Я думаю, что сама архитектура этого памятника, она очень много значит для тех, кто занимается русской историей.